Ну вот, 21 сентября, вот, глина, глина, замечательный день. Горводоканал нам преподнес вот такие подарки. И каждый год эти подарки, когда они моют город, вся вода, ихняя железка, тычная труба, она идет сюда. Эта ливневка не справилась, она с ней, с города плюс тащит бутылки, банки, склянки. Но в основном вот такой песок и ил. Он забивает эту ливневку и грязь. Смотрите, вон, мы все ходим в сапогах. Мы с Юрой с лопатами с часу ночи не выпускали. Ручейки делали. Юра пел цыганскую песню «Ах, ручеечек, а я Кадышеву течет ручей». Вот столько нам добра нанесла. В прошлом году мы сюда высыпали 3 зела щебня. Их как будто и не было. Все ушло. Все ушло. И каждый год, что мы не сыпем, все уходит. Горводоканал валит всегда на ливневщиков, ливневщики на горводоканал. Вот и найдите крайнего. Вода прошла у нас до 6-й улицы. С города несет и банки, и склянки, бутылки, и все на свете. Ну вот прям куча ила натнесло. Свалка, да, вот свалка. Я вам скажу, вот по диске, вот диски все на машине, все илу, они были белоснежные, теперь их долго придется отмывать от этой гадости. Да, вода дошла вот, ну она по девятку, вот так вот была вода, вот полностью. Благо мы отвели отдать, чтобы дачи не пострадали. Ну вот, 109 звоню, тишина, мне автоответчик рассказывает про медицинскую страховку какую-то. Ливневщики вообще не дозвониться, диспетчера, горводоканала еле дозвонились, но сказала, никого нет. Я говорю, вы нам дайте, нам никого не надо, Камасута, любой трактор пришлите, чтобы мы копнули, вода уходила. Но все на том же уровне, чего вы хотите. Просто так говорим, что у нас все хорошо. Отвечать ни за что не хочет. Дорожка была идеальна, теперь она вся вот вили-выли, и почти она дошла до старушки. Вот такая фигня, вот сколько еще нанесло нам вот эти 5-литрушки. Мы их с Юрой выкидывали, чтобы вода проходила туда в озеро. Она запирала все дороги. О, улица. Если кто-то скажет, что это дачники накидали, я вам скажу нет, потому что я контролирую, дачников предупредили. Сейчас вон идет какой мощный поток, еще видите. Вон она хлещет. Диспетчер горводоканал сказал умную вещь, это не наша вода, и воды в городе нет. Я говорю, а чья эта вода течет? Больше она ничего не могла сказать. И дальше вон еще у нас ручейки, лужи стоят. Ну, сейчас будем что-то сами бороться, продолжать. Лопата наш любимый друг. Вот такая ситуация у нас. И это из года в год, я вам скажу. Каждый год.